Это вторая часть глобального обновления игры Bloodbound. Значит, насчет инвентаря, продолжаем. Снаряжение. Короче, можно улучшить снаряжение, развитие. А вот эти шмотки, которые вам не нужны и выпадают, я не советую их продавать, потому что их можно... Их можно вот так вот использовать в снаряху. До 40 предметов вы можете вот так вот улучшить. Ну, точнее, в корм слить. То есть вот, допустим, хоп, все, улучшаем. И у нас предмет получает третий уровень. А также... Также можно сделать благословение, но это открывается попозже, у меня пока закрыто. Короче, если вы соберете вот эти предметы, да блин, короче, вот эти предметы соберете, то вы сможете сделать благословение. Благословение на предмет. А данный предмет может получить всего лишь 3 благословения. И как я понял, вот это сбросить бонусы, как раз это и есть вот это вот. Развитие навыка – это повышение уровня навыка данного предмета. То есть тоже используются ресурсы и так далее. Также можно слить 2 одинаковых предмета, допустим, вот эти 2 брони в более лучший доспех. То есть вы сливаете 2 А предмета в предмет S-класса. Вот, но пока что у меня нету. И последнее. Сбросить прогресс снаряжения и пожертвовать шмотку. Но это у меня пока закрыто тоже. Короче, вы можете разобрать шмотку и, как я понял, получить все материалы обратно. Ну или половину материалов. Я не знаю, пока что у меня нечего сбрасывать. Вот тут вот написано, в принципе. Но у меня почему-то не кликается. Ладно. Вот, поэтому я не советую продавать вот ненужные вам шмотки. Дальше. Тут мы все разобрали. Идем дальше. Ежедневное подземелье. Ежедневное подземелье мы тоже разобрали. Один раз в день можно участвовать. Охота на монстров. В принципе, она осталась так же, как и раньше. То есть, вступаем в охоту на монстров, сражаемся, получаем какие-то ежедневные плюшки, а может быть и сразу же. Сейчас посмотрим заодно. Так, секунду. 26 минут. Минут 2 прошло. Вот, у вас есть 2 минуты, в течение этих 2 минут вы можете убивать монстров и получать с них плюшки. Вот, поэтому пока что 2 минуты уничтожаем их. Ну, скажем так, до 2 минут можно не дотянуть, потому что с каждым разом, с каждой новой волной повышается сила монстров. Соответственно, вас могут вынести легко. То есть вот в меня уже входит по 6000 урон. Это, знаете, уже не маленький такой урончик, я вам скажу. Так. Ну, давайте пока зачистим и посмотрим, что будет дальше. Вот волна 56 уже. Сразу говорю, тут по несколько волн сразу призывается. То есть, вот... Каждый вот этот пак противников, это, грубо говоря, считается как одна волна. Поэтому смотрите так. Вот смотрите, мой максимум пока что это 70 волн. Ну, вряд ли я до 84 дотяну, поэтому мой максимум это 70 волн. Ай-яй-яй, тихо. Ладно. Конечно, вот принесли джойстик управления, немножко в сторону неудобно стало. Так, 28, 25, 35, 40. Вот, мы получаем... Награды за охоту — это билетики, золото. Ну и, собственно, попадаем в рейтинг ежедневный. И, скорее всего, за ежедневный рейтинг нам будут, как по старинке, присылать вот эти вот пузырьки опыта. Вот, поэтому вот ежедневная охота работает так же. А участвовать, как я понял, можно до хрена раз. То есть безгранично вы можете постоянно участвовать, улучшать свое прохождение и так далее. Вот, и, как я понял, фармить золото. ПВП. Дальше идет ПВП. Магазин чести. А ПВП особо не изменили. То есть, также остались задания. Магазин чести, вот, мы уже в прошлой серии посмотрели. А дальше, вот. Также показывается мощь противников. Также, вот, задания на выиграть. Сколько там раундов и так далее. Выигрываете, получаете бонусы. Попадаете в ежедневный рейтинг. На следующий день вам что-то присылают за рейтинг. И вы получаете бонусы за... Вот за это прохождение. Так, ну, полоски здоровья длиннее стали. Хотя чуваку это не помогло. Ну ладно, он 7 уровня, у него там мало хпшек. Поэтому ничего страшного. Кстати, по поводу оптимизации. Вы знаете, оптимизировали, конечно, игру. По сравнению со старой менюшкой. Это, ну, более-менее, да? Ну, блин, вот, опять же, в сравнении со старой менюшкой, эта менюшка немножко подфризивает, в отличие от той старой. И по поводу сюжета. Сюжет.
Вот, добавили новую локацию, новый остров и так далее. Теперь смотрите. Помните, я остановился на прошлой главе, вот 31 уровень. Чтобы мне пройти этот уровень, мне нужно 4 миллиона 500, 500 тысяч мощи. У меня сейчас есть только 500 тысяч. То есть мне не хватает 4 миллионов мощи. Поэтому, в принципе, что хорошо, мы можем собрать сейчас вот эти все сундучки. Собрать сундучки, получить призы. И, скорее всего, скажем так, это компенсация. И, скорее всего, мы сможем что-нибудь сделать. Так, секунду. Вот, нам тут части падают. Вот, нам предлагают взять новый, более лучший доспех. Давайте сменить экипировку, потому что я не вижу смысла теперь хранить экипировку, привязываться как-то к ней. У меня нет ничего такого с ней, не связанного. Так, блин, я тут запутался с этими. Просто они все светятся, блин. Тут светится авто 1, авто 2, точнее 5 и так далее. Вот что мне из этого действительно нужно. Так, это я забрал. Странно, мне это не пройдено. Ну да, я не проходил. Так, давайте дальше. Глава 3, легко. Легко у меня пройдено, поэтому забираем награду. Хорошо. Так, норма у меня тоже должна быть пройдена. Вот странно. Норма пройдена, но я забрать это не могу. Может быть, конечно, я сейчас... Я не понимаю просто, по какому принципу это работает забор. Так, поменять экипировку. Получить. Короче, я не понимаю, по какому принципу это работает, но мне предлагают тут автоматически все это забирать. Так, норму я всю, в принципе, собрал. Давайте легко соберем тоже все. Так, вот четвертая глава. Дальше пятая глава завершена. Я собрал, походу. Шестую главу я так и не прошел как раз. Вот, за вторую главу нужно забрать. И все. Я остался собрать тяжелые. Но тяжелую я прошел только самую первую. Причем у меня четвертая, сразу третья, вторая. Вот, самая первая. И забираем вот это вот. И опять нас награждают частями. И у нас опять светятся вот эти вот наборы. Только не понимаю, что они светятся. Я вроде все забрал, что можно было. Ну. Короче, я не понимаю, что они светятся, но они светятся. Так. Ну и так как мы забрали, давайте сразу посмотрим по частям. Вот коллекция. Коллекция. Награды. При сборе определенных... Короче, получается сейчас 250 шмоток в общем. Если вы соберете все 250 шмоток, вам дадут кристаллов. Давайте пока что соберем за коллекцию. Так, это что? Показать максимальный уровень. И какой максимальный уровень? 90. 90 у золотых, 70 у фиолетовых. Ну, у этих, у синих 50, у зеленых, ну, остальное нас не волнует особо. Так, части мы взяли какие-то части. Давайте доспех, оружие назад. Тьфу, назад. Назад. Ладно. Грубо говоря, соедините 100 частей, получите случайный предмет легендарного уровня. Тут и тут фиолетовым. Давайте, знаете, попробуем вот это вот. Значит, где это можно взять? Черт его знает, где это можно взять. Так, снаряжение. Мы можем это сейчас прокачать, но я пока не буду прокачивать. Так, ну давайте соберем тогда достижения и попробуем. И попробуем, знаете, что? Найти части вот этого кубка. Так, кстати, по достижению тут, короче, везде вот на 5 разделили на 5 этих достижений. То есть на 5, как сказать-то, блядь. На 5 разных категорий. Вот. И за каждое достижение вы будете получать кристаллы донатные. Поэтому тратьте их с умом. Ежедневные задания сейчас тоже заберем быстро. Ну, это опыт обычный, за которым мы будем прокачивать уровень. В принципе, у меня два задания осталось. И вот, собственно, по достижению определенных вот этих набор очков нам будут давать, что это. Черт его знает, что это. Ладно, разберемся по ходу дела. Значит, давайте предметы. Нет, мы идем в подземелье, все. Точнее, не подземелье, а вот это вот. Ну, логично, что мы там не пройдем ничего. Значит, давайте искать что-нибудь редкое. Не редкое, конечно, хочу что-нибудь S-класса. Ну, в легком нету, норма.
Тут нету ничего. Вот. Давайте проходить вот тут. Ага, сейчас проходить. 5 миллионов, короче, нужно. 5 миллионов 800 на норме. Да вы, ну, что там на тяжелом тогда? 6 900. Да вы с дуба рухнули, ребят. И это третья глава. Тут 1 900. Блин, ну как-то, знаете, вот очень разочаровывает. Хотя, знаете, стоп. А у меня же это все пройдено. Должно было быть, наверное. Давайте попробуем авто. Победа. Знаете, я не знаю, бах это или что. Назад в хаб. Короче, я не знаю, что это бах или как, но получается, что все, что я прошел, я могу пройти на авто. Но авто я могу использовать всего лишь 4 раза в день. На одном, ну, на одной этой, на одной локации. Так, серьезно, всего лишь один. Да ни хрена себе, блин, это проходить. Давайте сейчас проверим, значит, стоп, норма. Так, да. Короче, я могу за один день, вот, за один день пройти вот это все. Получается, сражаться я могу бесконечно. Ну, то есть, допустим, вот в бой, пожалуйста. Я могу этот в бой проходить бесконечно. И при этом, пока, то есть я могу это проходить до тех пор, пока не выбью все награды, которые вот там вот, есть вон там вот внизу. Которые, собственно, нам и будут давать приколюшки. Вот это новый скилл, я вот этого не помню. Получается, тут к предметам новым добавили новые умения. Вот, получается, молниеносная ловушка. Кто в нее попадает, получает по щам постоянно. Да, вот так вот. Ну, в принципе, на этом, я думаю, мы покинем сейчас этот мир. Потому что мы просто погибаем. Из этих самонаводящихся огоньков. Вот единственный минус, короче, вот эту хрень сделали нефиксированной. То есть, если раньше она была в определенном углу, теперь ее сделали нефиксированной. И для меня лично нефиксированная крайне неудобная. Нет, ну мы тут в любом случае не пройдем, потому что босс и, собственно, все на этом. Да, нас убивают. Поражение так поражение. Все. Короче, можно проходить это сколько угодно. Раз. И пока вы просто не выбьете все награды ежедневные, которые предлагает какой-либо из уровней, вы можете проходить это просто бесконечное количество раз. Вот так вот. Блин, я же вроде это ставил, чтобы больше не показывало. Идиотизм, короче, полный. Ну, скажем так, что я могу сказать об обновлении? Знаете, двоякое ощущение. В принципе, вот все, что не касается сюжета, неплохо обновили, мне нравится. То есть это прикольно сделано, хорошо продумано и так далее. Хорошо, что убрали энергию. То есть вообще, в принципе, игры с энергией в 2020 году, ну это просто реально бред. Их сейчас не должно вообще существовать, таких игр. Вот. Но, помимо того, что убрали энергию, сделали вот таким вот образом сюжетку. Скажем так, теперь сюжетка не настолько интересна. То есть теперь сюжетку не настолько интересно проходить, как было раньше. Теперь более интересно вот во все остальное проходить. Но с другой стороны, блин, можно пройти 1-2 раза все остальное и на этом, собственно, закончить. Потому что особо тут нечего проходить. Можно проходить, конечно, фармить золото. Но, блин, это разве интересно? Я считаю, что нет. По поводу мощи, силы и так далее. В принципе, когда в игру вводят мощь и так далее, это всегда сильно бьет на... Как сказать-то? Короче, сильно бьет по игре. В плане того, что в эту игру приходится тогда начинать очень сильно играть. Очень много, очень сильно и так далее. Поэтому теперь сюжетку будет намного дольше проходить, особенно тем, кто начал. Плюс еще тем, кто начал, им будет проще освоиться в этой игре. Потому что им сразу обучалку, все вот это закинут, и будет легко разобраться. По поводу сюжетки, блин, все-таки минус. Хоть раньше и была энергия, но ты мог проходить сколько угодно раз сюжетку, и при этом выбивать сколько угодно предметов. Но с другой стороны, можно эти предметы, в принципе, слиять. Давайте, знаете, как мы посмотрим сейчас. В принципе, я сейчас посмотрю. И на этом все. Значит, мне нужен 2 одинаковых предмета, которых у меня просто нету. Нет, есть. Вот это 2 одинаковых предмета. Развитие.
развитие навыка, сбросить бонусы, пожертвовать. Я не могу слиять эти предметы. Развитие навыка, слить. Короче, сливать предметы можно только А-класса, как я понял. Давайте вот это посмотрим еще. Да. Сливать предметы можно только А-класса и выше. Ну, выше там только С-класс, я не знаю, что, можно ли С-класс сливать. Короче, все зеленые предметы, все зеленые и синие предметы – это самая бесполезная вещь, которая присутствует в игре. За них вы можете только прокачивать свой шмот. Больше вы за них ничего не сделаете. Вы не можете их слить, чтобы улучшить шмот. Вы не можете ни то, ни другое, ни третье. Вот знаете, лучше бы, конечно, сделали бы на все шмотки абсолютно возможность слияния. То есть, допустим, вы бы могли просто копить шмотки. Допустим, вот у вас там 4 предмета одинаковых. Вы бы могли, то есть 4 предмета зеленых. Вы сливаете все 4 предмета в 2 синих. 2 синих в 1 фиолетовый. И вот так вот дальше, короче, насколько вам позволяет количество шмоток. Вот так было бы намного лучше. А так получается, что вы можете слить только предметы А-класса. А чтобы добыть предметы А-класса, вам придется пипец как задротить в эту игру. И пипец как сколько собирать эти долбанные части шмоток. Поэтому это однозначный минус. Ну, это однозначный минус, короче. Собственно, на этом все. Разбор обновления закончен. Надеюсь, в принципе, более детально все разобрал. Надеюсь, все понятно. Если непонятно, спрашивайте в комментариях, может быть, отвечу. На этом все. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующей серии.